Итак, для того, чтобы люди все были в курсе, магазин «Ринг», город Оренбург, улица Уральско-Донецкая, 12/127. Теперь, причина прихода в этот магазин. Показываю вам пакет, купленный в этом пакете, в этом магазине колбаса, подождите, сейчас секунду. Я прям даже вот так могу вываливать ее. Сейчас я вам объясню причину. Так, колбаса, салями классическая, да, генеральская. Открываем этикетку и видим, что здесь. Тут плесень. Закрываем этикетку. Обратно упаковываем в пакет. Так. И теперь я показываю чек. Вот. Салями классический 142 рубля. 0500. Сейчас идем в магазин. Чек убираем в карман. Идем в магазин. За разъяснением. Пошли. Девушка, здравствуйте. Можно администратора? Я вас снимаю на видеокамеру. Сразу предупреждаю. Давайте. Магазин «Ринг». Все покупки были произведены в этом магазине. Уральская. Фиксирован чек. Кассир. Вот он идет чек. Вот салями классическая. Пожалуйста. 142 рубля. А у вас есть право снимать? У меня нет права снимать, я просто хочу предъявить по поводу просроченного. Подождите. Я хочу пригласить администратора магазина. Снять камеру и тогда поговорим. Нет. Я вместе, чтобы это было на видео, все было заснято, потому что... Хорошо, давайте выйдем на улицу, я вам покажу чек и вам покажу вашу колбасу. Хорошо, я в магазине не буду снимать, а давайте выйдем сюда, предмагазинник. Я вам покажу. Подождите, у вас есть здесь надпись, что запрещено снимать? У нас нельзя снимать. А где это? Где это? Это час стоит? Подождите, извините, пожалуйста. Хорошо, теперь давайте. Купили колбасу. Смотрите, пожалуйста. Салями. Вот салями классическое, видите, вот? Вот это, да? Да. 142, который? Да. Вот оно. Это было буквально произведено где-то не больше часа назад. Вот она. Генеральская, да? Угу. Вот она прям красивая, да, эти вот? А теперь раскройте вот ее. Внутри. Открывайте бумажку, открывайте. Раскрывайте бумажку, просто бумажку раскрывайте. Ну понятно, ну и что? Ну что понятно? Давайте раскроем вот эту бумажку. Вот отсюда вот. Раскрываем бумажечку сейчас. Вот. Вот раскрываем бумажечку. И что? Вот внутри бумажечки что находится? Все, мы вам сделаем возврат. Нет, подождите. А теперь давайте проверим другие салями классические вот эти. Можно? Идемте. Да почему съемка нельзя? Да что вы говорите, что съемка нельзя?
вы покажите разрешение на запрет съемки, где у вас написано, во-первых, что у вас запрещено съемка. Вы имеете какое право снимать на частной собственности только по разрешению. Подождите. Я имею полное право снимать как по защите прав потребителя. Угу. Так что не надо мне, пожалуйста, это говорить. Я закон приказан. Где с Алием еще такой же? Нету больше. А, уже вы последний отдали, да? Можешь, допустим, вот это проверить? Бумажечку раскройте. А потом снимаете, что хотите. Нет, подождите. Вы, значит, продаете просроченную колбасу. Так откуда получается? Я знаю, просроченная она или нет. Вы посмотрите на ценник. Все нормально? Хорошо. Вы ее покупаете? Смотрим на ценник, смотрим на дату. 28.07.12. Девушка, верните теперь, пожалуйста, солями, которые вы взяли. Вот девушка вот здесь. Солями покажите, которые вы взяли. Куда унесли ее? Да не уносили. А где оно? А, вот оно. Да я не кричу. Я просто возмущен этим. Вы моете ее? Вот, а здесь 14.07.12. Так ведь? Вот видите, дата 14.07.12. А внутри оно какое? Никакое. Снаружи оно хорошее. Теперь пойдемте, пройдем опять к этой же колбасе. Вы хотите возврат сделать или что вы хотите? Подождите, я не хочу возврат сделать. Я хочу, чтобы вы убрали просроченную колбасу. Какую просроченную? Теперь посмотрим. Я вот сюда положу. 14.07. Вы ее руками не трогаете. Здесь у нас 28.07. Ну, в принципе, 10 дней еще оно может полежать. А где уверенность того, что люди не купят такую колбасу? Она просрочена? Нет, но что она внутри, вот под бумажкой такая же. Мы купили, она нормальная, под бумагой она была. Я сейчас серьезно. Покажите документы. Вызывайте, давайте. Хорошо, вызывайте. И книгу жалоб и приложение, пожалуйста, мне. Книгу жалоб и приложение, пожалуйста. И ручку мне. Ручку, пожалуйста, дайте. А ручку мы обязаны давать? Конечно. Не надо. У вас должна быть здесь иметься ручка. Вот это уголок покупателя магазина Ринг. Книга отзывов и предложений. У вас, оказывается, все прекрасно, все это. Первая страница. Пожалуйста, снимаю. Первая страница. И никто ничего не писал. Пожалуйста, дайте мне ручку. Я не обязан давать вам ручку. У вас должна быть предоставлена ручка по требованию покупателя, по защите прав потребителя. Подождите, вы продавец или кто? Нет, я не продавец. Вы администратор? Нет, я не администратор. Ну а где администратор? Я хочу разговаривать с администратором. Почему нет администратора? Администратора нету. Вы адекватно вообще чувствуете? Конечно. Вы не пьяный? Где администратор? Вы не пьяный? Нет. Точно? Да. Администратор, пожалуйста. Позовите администратора. Ну где администратор, девушки? Почему вы так прям очень сильно лояльно относитесь без администратора? Так, пишем заявление номер 1. 11.08. 2012 года. Так. Давайте.
Ну где администратор? Пожалуйста, я хочу администратора разговаривать. Он занят? Занят. Выпишите, пока. Скорость. Можно, пожалуйста, мой чек? Он у вас должен быть. Нет. Правда. Чек забрали вместе с колбасой. Точно? Да. На видеокамеру сняли? Да, конечно. Замечательно. Сухарики, леденцы. Это вообще не мой чек. Пожалуйста, девушка, дайте, пожалуйста, мой чек вместе с этой колбасой, которую вы забрали. Давайте перематываем камеру, смотрим, где там вот. Мы перемотаем, мы успеем перемотать. Так, я начал писать книгу жалоб. Забрали и колбасу, два и чек. Два варианта. Где чек? Два варианта. Договорите. Два варианта. Вы дописываете и уходите. Второй вариант. Это был первый. Второй вариант. Говорите. Я вызываю охрану за то, что видеосъемка запрещена. Сейчас я попробую. Все ясно? А где здесь запрещено? Где у вас написано? Я вам сказал. Уголок покупателя? Где здесь написано? На заборе тоже, что ли, должно написано? Ну, подождите, я подождите. Вам сказал, подождите. Я за эту собственность отвечаю. Я вам сказал, что здесь снимать нельзя. Что вам еще написано? Подождите. Я просил администратора. Где администратор? Администратор пока занят. Чем он занят? Администратор. Вот. Администратор охраны. Вы администратор охраны. Да. Замечательно. Роман. Устроило? Хорошо, теперь давайте возвратите мне деньги за колбасу. Сейчас потратим на оформление. Давайте оформляйте. Вы пока дописываете, снимать здесь нельзя. И хорошо, я выключаю камеру. Выключайте. Дописываю. Дописывайте, забирайте деньги и выходите. Чек мне, пожалуйста, верните. Возврат оформляю. Все, давайте. Когда вернется, тогда я прекращу запись. Память кончится? Да не кончится. Где чек? Колбаса сверху хорошая, а бумажку открываешь, она прям там плесень конкретно. Это соль. Это не соль, не надо мне врать, пожалуйста, что это соль. Попробуйте на вкус. Чек, пожалуйста, покажите, пожалуйста, что это. Вы столько не вернули. Где чек? Чек мне дайте, я вас прошу чек. И пересчитаем, сколько вы мне отдали денег.